Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада вновь приветствовать вас на своем канале. Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас очень жду. А сегодня мы приготовим с вами говядину нежную в томатно-соевом соусе. Для этого нам понадобится говядина 500 грамм, яблоки кисло-сладкое 1, морковка 1 штучка. И понадобится 3 столовые ложки масла подсолнечного, 1 ложка крахмала картофельного сверху, 3 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки меда, горчица понадобится обыкновенно 2 столовых ложки, пасты томатной 5 столовых ложек. И еще нам понадобится имбирь 1 столовая ложка и душистый перец 5 горошинок, кориандр штучек 10. И лавровый лист 2 листа. И если вы хотите еще чуть-чуть добавить соль и перец молотый, по вашему желанию, по вкусу. Но так как у нас соевый соус, может даже и не подсаливать. Ну, поехали. Моем, освобождаем его от всяких жилочек, прожилочек. И вот такие кусочки. Режем на крупные кусочки. Предварительно их очищаем от сердцевины. Морковь режем на диски. И вот на такие кусочки. Соломкой режем. Вот такую кастрюлю большую. Вливаем 3 столовые ложки масла подсолнечного. 3 столовые ложки соуса соевого. Берем мед 2 столовые ложки тоже туда. Томатные пасты. 1, 2, 3, 4, 5. И имбиря. Вот такую столовую ложку. И горчицы 3 столовых ложки. Заливаем это водой. Так. 1,5 стакана. Вот. Перемешиваем. Это будет наш соус. И выкладываем мясо. Выкладываем морковь. Вот яблоки наши. Эти кладки крупные. И выкладываем мясо. Вот. Закрываем вот это все. Доводим эти пини. Закрываем крышечкой. И нам медленный огонь на 1:20. А где-то за 10 минут мы добавляем специи. Вот у нас уже забурлило. Теперь убавляем медленно небольшой огонь. И закрываем крышкой. И ставим на 1:20. 1:10. Теперь мы пускаем перец горошком штук 5. Кориандру штук 5. Вот так 10. Может побольше. И кладем лавровый лист. Вот, помойте предварительно. Вот. И ложку крахмала картофельного. И все перемешиваем. И ставим еще где-то минуты 15. Кладем зелень. Перемешиваем. И готово наше блюдо. Приятного аппетита!